предприниматели незаконно перегородили пляж и берут плату за вход на озеро в районе мясокомбината. Об этом заявили в мэрии. За посещение зоны отдыха с горожан требуют по 100 рублей. Как объясняют сами бизнесмены, это плата за лежаки и уборку мусора на территории. Но земля муниципальная, и бизнесмены за ее аренду не платят ни копейки. В администрации пояснили, договор с частниками истек еще в марте, а о том, что летом пляж открылся вновь, чиновники не знали. Мы эту информацию узнали только от вас. В настоящее время сейчас подготовим соответствующий приказ. Завтра проведем там проверку, отправим отдел контроля. Стараемся выяснить, кто и на каком основании. Ну и по нашим данным, земельный участок никому не предоставлен в настоящее время. Договор на сторону. Тем, кто незаконно занял землю, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Участок в ближайшее время должны либо выставить на торги, либо благоустроить в рамках муниципальной программы.